На продовження інформаційного блоку далі будемо спілкуватися із гостем студії, народний депутат Нестор Шуфрич. Він є членом політради опозиційної платформи «За життя». Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. Мы сейчас тут с вами обсуждали. Вы приехали в Днепр как доверенное лицо Юрия Бойко. Представляете оппозицию. Наши зрители уже очень запутаны, кто сегодня есть оппозиция, и какая она, едины ли они, есть ли лидеры их партии. В принципе, там программные цели у вас похожи. Давайте разберемся, давайте. Кто кому Рабинович или кто да. какая оппозиция. Да. Думаю, Вадим не обидится за такую параллель, тем более это его любимая программа. И наша, кстати. Первое. Хочу напомнить, чтобы понять, что происходит сегодня в левобережной, скажу так, оппозиции. Напомню вам 2014 год, когда вы помните в очень непростых условиях после бегства Януковича те 10 миллионов людей, которые нас поддерживали на тот момент 10 лет, поддерживали партию регионов, вдруг услышали, что партия регионов распущена, лидеры куда-то подевались. И тогда я выступил с инициативой объединиться. Но раз нет партии регионов, говорю, давайте объединимся в другое политическое объединение, потому что люди не должны остаться один на один с этими пост-оранжевыми, оранжевыми политиками, потому что они несут страну в беду. Люди напуганы, и как показала потом история, я оказался прав. И в 2014 году мы объединились в оппозиционный блок. Тогда были представители партии регионов на тот момент распущенной, как объявили, хотя формально она существует и сегодня. Были представители партии «Центр», это Рабинович, Наталья Королевская со своей партией, потом Юрий Бойко с партией развития Украины. И мы объединились, мы создали вот такой, продемонстрировали единство, и люди нас поддержали. Если за неделю до выборов у нас было 4%, то по результатам выборов мы получили 11%. И там третье или четвертое место, но очень высокий результат по результатам национальных выборов. При этом хочу напомнить, Донецк не голосовал, Донбасс не голосовал, Крым не голосовал. И тем не менее мы оказались среди лидеров. Потом, к сожалению, отдельные финансовые интересы отдельных наших партнеров заставили их голосовать в унисон с властью. Я сейчас не буду давать оценку всем этим голосованиям, каждый выживает как может. Например, для меня было неприемлемо голосование за законопроекты власти, но другие считали, что они могут себе такое позволить. И оппозиционный блок разошелся. Причем, когда мы создавали оппозиционный блок, мы договорились, что сам бренд «оппозиционный блок», в случае, если мы разойдемся, то он никем не используется. Потом вышел Рабинович, вместе с ним вышел я. Мы переименовали партию «Центр» в партию «За життя», но летом 2014 года, кстати, мы предложили объединиться. Говорю, смотрите, нельзя наших людей оставлять перед сомнением. Давайте объединимся и продемонстрируем единого кандидата, который будет представлять те принципы, на которых мы стоим уже 15 лет. Мы не против ЕС, но при этом должны говорить правду, что в ЕС нас никто не ждет, в Евросоюзе. Юнкер же сказал, что 20-25 лет, не раньше, мы сможем только начать о чем-то думать, даже не говорить. В НАТО нас тоже не очень хотят, отдельные генералы нас правда хотят, чтобы воевать с Россией в интересах третьих стран до последнего украинца. Меня это тоже не устраивает. Право использования русского языка, за которое я сейчас борюсь в Верховном Совете вместе со своими товарищами по партии. Вот эти принципы, принцип социальной справедливости. Вот кто стоит на этих принципах, давайте объединимся и выдвинем единого кандидата. Чтобы никому не было обидно, мы об этом говорили в июне. И в ноябре тот, кто будет иметь самый большой уровень поддержки, пусть и будет единым кандидатом. Вроде бы договорились. Самый большой уровень поддержки был у Бойко и у Рабиновича. Неожиданно Рабинович принимает решение в условиях конфликта в православном мире, что я иудей, он это открыто признался на телеканале, он это не скрывал. Говорит, я иудей, и я не считаю себя вправе претендовать на должность арбитра в православном государстве, поэтому я поддерживаю Бойко. Ну, вроде бы вопрос и решился, потому что рядом никто не стоял. Так самые большие два рейтинга были у Бойко и у Рабиновича. Рабинович. Тут неожиданно Мураев Евгений. Правда, как мы узнали, сходил на Банковую
И с ним так поговорили, что он заявил, что он хочет быть отдельным кандидатом. Я говорю: Женя, зачем ты это делаешь? Ты же много не наберешь, а у нас забираешь. Он говорит: нет, я считаю, что у меня будет больше, чем у Бойко. Я бы еще, может быть, Рабиновича бы поддержал, а Бойко поддерживать не буду. Ну, здесь он скривил душой, потому что какой на тот момент возникла ситуация? Прохождение Бойко во второй тур, что стало сразу очевидным, не позволяло Порошенко попасть во второй тур. И Райнин, который является близким другом Мураева, они же земляки, договорился с Мураевым о том, что он выдвинется и будет оттягивать у нас голоса. Квинтэссенцией поведения Мураева стало его обращение в службу безопасности Украины по расследованию моей, в том числе, деятельности нашей партии. Он назвал нас пятой колонной и сказал, что нас должны расследовать СБУ. Ну, знаете, СБУ... как раз они-то и обвиняют, да, что вы знаете, из банка СБУ и так мной занимается днем и ночью. Но когда еще Мураев просит мной заняться, ну, мне это было, честно говоря, ну, как-то неприятно. Мягко говоря, после этого сказал: Женя, ты знаешь, после того, когда ты пошел отдельно, это было твое право. Но затачивать на меня СБУ ты не имеешь никакого права. Ты вчера был с нами в одной партии, а сегодня угрожаешь нам СБУ. Это, ну, вы же сказали, каждый выживает как может. Ну, вот там, самое для меня... Быть, граница слова «выживает» немножко. Да, самое так. Такое тяжелое для меня было, это, конечно, позиция Александра Вилкула. Я глубоко уважаю его отца. Мы вместе с ним ликвидировали последствия этой ужасной трагедии на Мандриковской. Великий человек. Знаете, я боролся за него, когда встал вопрос по выборам вторым в Кривом Рогу. Я знаю, как это все тяжело ему было. И вы знаете, когда Александр Вилкул неожиданно заявил, что он тоже идет отдельно, я говорю: Саша, ну, ты же не летаешь, у тебя шансов нет. Особенно после провала в Днепропетровске. Зачем ты это делаешь? Видите, Днепр для меня всегда будет Днепропетровском. И у тебя нет шансов сегодня и приблизиться к второму туру. Зачем ты мешаешь Бойко? Конечно, мы предполагаем, что это была просьба Порошенко к старшим товарищам Александра Вилкула с тем, чтобы он тоже выдвинулся и усложнил Бойко возможность попасть во второй тур. Опять же, это его право. Но когда Александр Вилкул заявил, что мы — это проект Порошенко, ну, как, что мы украли бренд оппозиционного блока. Ну, то есть слово «оппозиция», оно-то вы знаете, никуда не девается. Это обидело. Во-первых, я отвечу Александру: в его родном городе мы не крали бренд оппозиционного блока. Мы назвались «Оппозиционная платформа за життя». А вот как раз он назвал свою партию «Оппозиционный блок за развитие там чего-то там». Угу. То есть большими буквами пишет «Оппозиционный блок» и маленькими буквами написывает «Партия еще какая-то». То есть это нечестно. Угу. Сам бренд «Оппозиционный блок», кстати, зарегистрирован на Сергея Ларина. Мы же не использовали наше даже юридическое право использовать этот блок. Мы честно пошли. Ну, и когда, я извиняюсь, когда меня называют проектом Порошенко, так я хочу сегодня... Вы не проект Порошенко. Скажите, а вы можете предположить, что... Знаете, мы с вами немножко вот говорили до начала интервью, все настолько непредсказуемо в эти выборы, что... результаты выборов... Это не одно. Результаты, а позиция как... конкретного политика, в данном случае моя позиция. Вы посмотрите везде, где я присутствовал. Давайте предположим, что лично я вам верю. У меня требование номер один, чтобы Порошенко перестал быть президентом. Для меня это, безусловно, задача номер один. И знаете, после чего этот вопрос для меня стал жизненно важным? Когда 30 июня 2014 года Порошенко принял решение выйти из режима перемирия, а я тогда участвовал в переговорах с Медведчуком, мы организовали перемирие с 20 по 30 июня 2014 года. Уже произошло две встречи контактной группы ОБСЕ, Украина, Россия, так называемые ДНР, ЛНР. Договорились о принципах примирения. Угу. Погибших было 74. Экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. Да, в Донецке потеряли контроль над зданием администрации, в Луганске потеряли контроль над зданием СБУ, но в целом украинская власть там действовала. Воинские части были украинскими, милиция тогда еще была украинская. Ну да, все было по-другому. То есть все было по-другому. Еще. И вы знаете, когда Порошенко... Поднимите это выступление, каждый может проверить мои слова. 30 июня, приблизительно в 22 часа 30 минут, а мы 1 июля должны были встретиться в Донецке, должна была быть третья встреча, вдруг заявляет, что Украина выходит из режима перемирия и идет в атаку, военный способ решит этот вопрос. Тогда, помню, Славянск контролировал Гиркин-Стрелков и часть Краматорска.
Тогда украинские войска пошли на Славянск. Что делает Гиркин? 7-тысячную группировку ведет под Донецк. Мы помним про Иломайск. А первое окружение было под Изварином. Там погибли наши элитные войска, десантные войска. Ну, не погибли. Погибших было около 2000 после всех этих событий. Но еще 10 тысяч было выведено из строя так называемых безвозвратных потерь из-за ранений. И в чем был смысл? Мы сразу получили десятки тысяч погибших. Первых 74 мы каждого провели минутой молчания. Мы знали каждого. К сожалению, это факт, что Александр Вилкул оттягивает голоса у Юрия Бойко. И мы сегодня имеем реальнейший шанс попасть во второй тур. Мы за это боремся. А вот если бы Александр Вилкул, объединившись уже с Мураевым вместе, не оттягивали у нас эти голоса, а нам эта задача уже была бы 100% решена. Поэтому кто из нас сегодня работает на Порошенко, Александр Вилкул или я, это еще большой вопрос. Но пусть это будет на совести Александра. Видите, я о своем товарище говорю очень мягко, хотя я ему в глаза скажу: Саша, ты не полетишь. Но то, что ты можешь нам помешать попасть во второй тур, а сегодня такая ситуация, что во второй тур может попасть или Бойко, или Порошенко. То есть и быть не может. А первый? Значит, ну там, давайте, не буду рекламировать других кандидатов. У вас же тоже кандидатов. Есть рейтинги. Конечно, я не хочу сейчас говорить за других. Хорошо, я поняла. Пусть они разбираются. Не, но все то, все что поняли. Прохождение Бойко исключает прохождение Порошенко, и Порошенко это понимает, это факт. И то, что Саша Вилкул сегодня подрабатывает произвольно или непроизвольно, сознательно, несознательно, подрабатывает на Порошенко, и голос, отданный за Вилкул, это голос, отданный в никуда. В лучшем случае, а реально за Порошенко. Это я ему сказал в глаза, поэтому я здесь спокойно говорю это вам. Теперь по поводу мирного плана. Юрий Бойко оказался единственным политиком, который взял на себя ответственность и предложил реальный план. Что такое Минские соглашения? Что такое один из законов, который удалось принять в Верховном Совете, кстати, после первого Минска, не после второго Минска? Это особый статус Донбасса. Давайте называть вещи своими именами. Когда мы до преступного решения Порошенко решить этот вопрос в военный способ, договаривались с жителями Донбасса, с представителями так называемых ДНР и ЛНР, они попросили четыре вещи. Согласовывать губернатора, согласовывать начальника милиции, согласовывать прокурора с областным советом. Не с какой-то аморфной организацией, а с областным, легитимным областным советом. Так, и четвертое? Четвертое – это право использования русского языка. Угу. И пятое – они хотели, такое было романтическое, его не считал условием, переименовать Донецкую и Луганскую область в Донецкий и Луганский край. Я еще улыбался, такое романтическое пожелание. Важно, но да. Это можно было сделать. Причем, например, как предлагалось назначить губернатора? Три кандидатуры на рассмотрение президента, или президент дает свои кандидатуры, они рассматривают, не согласны, президент дает следующую. То есть был принцип консенсуса, принимался. Не просили ни председателя суда, ни начальника налогового, ни начальника таможни, ни шефа СБУ. То есть вот мир на таких условиях, в Минских, да? соглашениях уже намного все сложнее. Там уже народная милиция, там уже судебная вертикаль подписано Украиной, там уже особый статус, будем говорить откровенно, этот особый статус не что иное, как автономия. И Юрий Бойко, Виктор Медведчук четко сказали, автономия это может быть компромиссом для достижения мира и прекращения военных действий. Хотя их сегодня по большому счету нет, есть противостояние, слава богу, нет фронтальных боев. Но там сконцентрировано порядка 100 тысяч людей с оружием в руках. В прошлом году каждый третий день гиб один военнослужащий. Слава богу, в этом году статистика, вы знаете, это вот тяжелое слово, статистика о погибших. Помните, как говорил Сталин? Одна смерть это трагедия, 100 это статистика. К сожалению, конфликт на Донбассе из личных трагедий у нас перешел в статистику. В этом году, по крайней мере, за эти неполные 3 месяца погибло меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. И я надеюсь, что погибать будут еще меньше. Я уже не буду говорить о том, что в основном люди гибнут по неосторожности. Например, сейчас погибло 2 солдата в блиндаже, уронили гранату. Ну, это же не боевые потери, это, к сожалению. А вот мир или победа? Порошенко сейчас победу, да, он хочет победу. Вы знаете, не мир, а победу. Сейчас отвечу по поводу Порошенко, потому что это меня возмущает. Бойко предложил свой конкретный план, который имеет 4 шага. Это переговоры на базе
компромисса по предоставлению автономии. И здесь буквально на прошлой неделе мы получаем социсследование 51% украинцев. Если честно, 24% и 27%. Полностью или в основном поддерживают идею предоставления Донбассу автономии ради мира и завершения этого конфликта. Прямые переговоры между Украиной и жителями Донбасса, ведь по другую сторону линии разграничения, безусловно, украинцы. Кроме этого, безусловно, мы понимаем, что мир должен быть достигнут в четырехугольнике Киев, Москва, Луганск, Донецк. Мы от этого никуда не уйдем. И при этом мы готовы консультироваться со всеми нашими западными партнерами, которые поддерживают идею установления мира. Они хотят спекулировать на войне. Принцип «будем воевать до последнего украинца ради чьих-то интересов» мною не воспринимается. Ну, ответили, собственно говоря. И, конечно же, это очень важно. Теперь по поводу Порошенко. Воюем до конца. До какого конца? До последнего украинца? Я против. Вспомните, как Порошенко стал победителем в первом туре. Он пообещал мир, завершение АТО в течение 2 недель. Потом что он делает? Через 4 года, выбачте, ну не вышло. Петр Алексеевич, 30 июня 2014 года именно ты принял решение воевать. Потому что когда тебя избирали, погибших было, я не поленился посмотреть, 52. С момента его избрания до объявления первого перемирия погибло еще 22 человека. Так это за месяц. А уже в июле погибли тысячи, а на самом деле, наверное, десятки тысяч людей. Мы до сегодняшнего дня не знаем, сколько там людей погибло. Да. Как, кстати, и не знаем, что произошло. Да, я сегодня обвиняю Януковича, что он убежал, что он бросил страну и бросил своих однопартийцев. Но когда мы говорим о виновных в убийстве на Майдане, как так может быть, что за 5 лет мы не знаем, кто расстрелял этих ребят? Почему не Гою стрельнули в спину? Кто? Милиционеры, которые были без оружия, со щитами, в масках, в бронежилетах и с дубинками, без единого пистолета, без единого патрона. И за 5 лет Украина не узнала, кто убил этих ребят. Не напоминает вам эту историю про Ющенко, который стал президентом из-за сердобольности наших граждан, которые пожалели, что его хотіли вбити, отруїли, він вижив, це буде наш батько, це буде наш президент. Так этот батько за 5 лет не смог найти тех, кто его отравил. Я вам скажу честно, пытались бы насмерть отравить меня, у меня бы уже 3 признались, поверьте мне. Так, смотрите, у нас с вами 3 минуты остается. До выборов меньше 2 недель. Что-то изменится существенно? Вот как-то все идет очень... До выборов, я думаю, что уже не существенно, ничего не изменится. Я верю в то, что изменится после выборов. Я хочу обратиться к жителям моего любимого Днепра. Я очень люблю, очень уважаю этот город, уважаю его жителей, историю, славную историю этого города. Вы имеете возможность оценить жизнь по-новому. Хочу вам сказать одно. 5 лет назад доходы наших граждан были в 2 раза выше, а стоимость жизни была в 9 раз меньше. В 9 раз. Вы можете почитать. Газ повысили в 12 раз, электроэнергию в 10 раз. Конечно, продукты питания выросли в 4 раза. Основные продукты питания, их стоимость. Коммунальные тарифы в некоторых регионах выросли более чем в 20 раз. Я усереднил и говорю в 9 раз. Пенсионеры стали жить беднее в 12 раз. В среднем по стране 9. И я хочу сегодня призвать, поддержать команду и кандидата Юрия Бойко, который прекрасный человек, прекрасный семьянин. Вы знаете, что он герой Украины? И он получил звание Героя Украины за то, что в 2004 году преодолел кризис. Это Кучма еще давал, да? Кучма присвоил ему звание, да. Наш Леонид Данилович присвоил, я хотел сказать ваш, но потом все-таки сказал наш. Леонид Данилович присвоил ему звание героя. За что? Потому что после того, как он возглавлял завод «Заря» в Луганске, возглавлял Кременчугский НПЗ, возглавлял НАК. Так вот, когда он принял НАК, задолженность была почти 2 миллиарда долларов перед «Газпромом» и перед «Туркменией». Когда в 2005 году первый раз нас ушли оранжевые, у нас уже была предоплата. И за то, что был преодолен кризис неплатежей, урегулированы балансы, Бойко присвоили звание Героя Украины. В 2014 году, когда Бойко ушел в очередной раз, нас ушли через Майдан,
стоимость газа при нем была $90. Он сейчас подал закон, где доказал, что цена газа с учетом 30% рентабельности 4900 гривен, не больше. Значит, в два раза можно сегодня снизить цену на газ. И это говорит профессионал номер один. Но я вам скажу другое. Вы знаете, что это действительно семья героя? Супруга Юрия Анатольевича родила ему 6 детей. Она официально мать героиня. У нас единственная семья в Украине, где муж и отец герой Украины, имеет официальное звание Герой Украины, а супруга мать героиня. Какое романтичное завершение. Я желаю им здоровья. Знаете, я верю в то, что после того, эта власть не принесет в страну мир, а 2/3 украинцев хотят мира. Они понимают, что мир – это фундамент стабильности. И наша команда, Юрий Бойко лично, точно знает, как поднять доходы людей, как поднять зарплаты и пенсии, потому что это кровь экономики. И как сделать жизнь дешевле с точки зрения стоимости, а ценнее с точки зрения ценности жизни. И я прошу вас, придите, проголосуйте. Потому что если вы не проголосуете, проголосую за вас. Не дайте себя обмануть, проголосуйте за Юрия Бойко. И я уверен, что будет лучше. У нас тогда будет перспектива. И вы можете сегодня оценить, все, кто сегодня баллотируется, почти все были в политике или есть в политике. Вспомните, как вы жили сегодня, как вы живете сегодня по-новому, вы это знаете. И вы можете посчитать и вспомнить, как вы жили, когда Бойко отвечал за ваш быт, за цену на газ, за ваши коммунальные услуги. Спасибо большое. Дякую. Спасибо вам за визит. У вас еще есть около 2 недель. Можете еще приезжать к нам в студию. И те вопросы, которые мы с вами сегодня не успели рассмотреть, рассмотрим еще. Спасибо. Я ще раз нагадаю нашим глядачам. У нас у студії був народний депутат Нестор Шуфрич. Він є довіреною особою Юрія Бойка і членом політради опозиційної платформи «За життя». Залишайтеся на 9-му каналі. Дякую за увагу. До побачення.